Доброе утро. В который раз уже у нас в эфире программа «Смак». Сегодня мы займемся интереснейшим блюдом. Китайский суп. Харчо существует в нескольких вариациях грузинской кухни. Есть харчо в виде супа, но мы сегодня будем готовить другое харчо, которое называется харчо по-мингрельски. Нам нужно красного перца в большом количестве и нарезать его такими брусочками для того, чтобы его потом в дальнейшем обжарить. Все, мясо подготовлено. Пускай оно у нас сейчас тут полежит. Нам здесь интересны именно мягкие части. Ну что, следующий наш этап — это нужно нарезать лук. Как всегда, чуть-чуть. Мы будем нарезать на той же самой доске, где мы нарезали мясо, потому что лук тоже будет проходить термическую обработку. И здесь нам очень важно лук нарезать мелким кубиком. Кубик у нас получится где-то миллиметров 6-7 сечением. Вот. Но особо мы перчить это все не будем, потому что у нас тут целая баночка аджики. А это даст очень сильный острый результат в итоге, потому что это блюдо рассчитано на любителей острой кухни. Вот. Вот, как вы видите, у меня на сковородке нет ни капли воды, идет только один дым. Конечно, в домашних условиях нужна хорошая вытяжка для этого. Перемешать. И мы будем добавлять оставшиеся ингредиенты. Пока у нас это дело тушится, мы подготовим петрушку. Ну все, блюдо практически готово. Блюдо это чаще всего подается в суповой тарелке, для того, чтобы можно было опять-таки макать соусом хлеб в соус, чтобы поесть это блюдо. Надеюсь, что вы будете готовить его дома. Желаю вам приятного аппетита. До новых встреч!